В Госдуме предложили ужесточить наказание за пьяные ДТП. Об усилении ответственности за автомобильные аварии по вине нетрезвых водителей просят сами россияне, так как, несмотря на принимаемые меры, число подобных аварий со смертельными исходами не сокращается. Предполагается, что статья за вождение в нетрезвом виде должна быть приближена к статье за умышленное убийство, так как водитель сознает, что подвергает опасности жизни других людей. Законопроект, который составили члены нескольких фракций Госдумы, направили на заключение правительства и Верховный суд. Если отзывы будут положительными, то проект закона могут внести на рассмотрение уже в весеннюю сессию.